Всем привет и снова The Brush 2019. Давайте рассмотрим одну модельку по мультфильму. Буду делать, не показывая, а потом в конце именно покажу, какой мультфильм смотрел и именно что за модель и как она будет похожа. Так, погнали. Первым делом начнем делать мотоцикл. Так, заходим в тулы, открываем именно ринг 3D. Вот так его вытягиваем. Edit, Make Polymesh и делаем геометрию этому всему DynaMesh. Так, все нормально. Смотрим теперь флур, как он будет по оси. Вот так вот повернем. X включим, посмотрим, где симметрия, все правильно. Shift, левая кнопка мыши, выравниваем модель и с помощью гизмо вот так все это дело перекручиваем. Вот так. Смотрим, заходим теперь в Geometry Size и немножко все это дело уменьшаем. Так, теперь с помощью гизмо чуть-чуть перетягиваем. Вот таким вот делом. Ну и погнали дальше. Теперь достаем... Так, жмем Subtools, Append и жмем цилиндр. Добавляем цилиндр, жмем Ctrl-D, Ctrl-D. Вот так вот пойдет. Теперь следом заходим в геометрии, жмем DynaMesh. Да. Так, Ctrl-Z. Удаляем DLower и жмем DynaMesh. Так, следом. Size. Все это дело немножко уменьшим. Ну и немножко по сайзу сплюснем. Вот так. Теперь перевернем вот так вот, чтобы сверху видеть это все дело. Ну и немножко опять уменьшим. Вот до таких размеров. Даже можно чуть-чуть побольше сделать. Вот так. Все это дело перетягиваем вперед. Разворачиваем и с помощью гизмо опять же все это дело поворачиваем. Вот так. Смотрим, чтобы все это было ровно. Теперь отключим пока видимость саптула покрышки. Жмем Ctrl и вот так вот вытягиваем дубликат. Так, снимаем маску Ctrl, левая кнопка мыши. Включаем видимость опять же покрышки. И вот так все это дело. Можно через прозрачность. Вот так вот установить. Ну, в принципе, нормально. Так, жмем Ctrl-D. Все пойдет. Потом все это дело докорректируем. Пока делаем набросок. Так, следом теперь жмем Append. Опять же включаем цилиндр. Переключаемся на него. Жмем Ctrl-D, Ctrl-D, заходим в геометрию, повторяем операцию DLower, так, Modify Topology надо, и вот теперь все это дело уменьшаем, вот так, и по Y вытягиваем, вот так, вот таким вот образом. Что-то такое получается, но еще немножко давайте уменьшим. Все это дело с помощью гизмо переворачиваем. И вот так вот можем установить. Немножко оттянуть вот так вот в бок. Вот таким вот образом. Смотрим, как установилось. Вроде все нормально. Все пойдет. Так, следом. Давайте сделаем. Так, это все надо чуть-чуть кверху приподнять. И немножко уже. Вот так где-то откорректировать. Вот где-то в таком духе. Ну, чтоб опять же не цепляло колесо. Чуть дальше можно отвести. И будет все нормально. Так, следом теперь нужно сделать именно цилиндр. Делаем цилиндр как? Опять же Append. Опять же делаем. Включаем цилиндр. Жмем Ctrl-D, Ctrl-D. Так. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Переключимся на цилиндр.
Жмем Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Заходим теперь в Dynamesh. Опять же, все это дело Delure. И делаем Dynamesh. Смотрим сетку. Получилось? Нет. Так. И теперь опять же заходим в Size. Немножко все это дело уменьшаем. Так, можно вот эти пока саптулы колес поудалить. И займемся пока цилиндром. Вот так все это дело выглядит. Сделаем в геометрии чуть-чуть все это дело поменьше. И чуть-чуть вытянем вот так вот. Все, в принципе, пойдет. Следом, что нам нужно? Следом нам нужно вот эти части верхние вытянуть. Это вот мы делаем маскирование. Вот так вот. Делаем Ctrl-I. Ну и теперь можно, допустим, скайлом все это дело вот так вот вытянуть больше. Так, что получается? Получается неинтересно. Ставим гизму. Вот так вот. И вот так все это дело вытягиваем. Вот таким вот образом. Все прикольно, все классно. Снимаем маску. Заготовка есть. Следом, что можно сделать? Ну, давайте опять маской поработаем. Так, побольше его теперь поставим, чтобы видеть. Graph size поменьше. Ну и вот так вот просто. Поработаем маской. Можно, конечно, сделать так, добавить куб или цилиндр. И уже цилиндром, допустим, обрезать и делать дубликаты, ну как в прошлых видео. Пойдем вот таким путем. Если будет плохо получаться, то тогда уже переделаем. Так. Этот Ctrl-Z. Ну и давайте попробуем опять же Ctrl-I. И перевернем вот так вот. И попробуем опять же Scale. И все это дело вытянуть. Смотрим, что да как получилось. Ну, что-то в таком духе. Так, прозрачность, если поставить, поле F в этом плане не работает. Ну, еще немножко прибавим тут и прибавим тут. Все, снимаем маску и делаем всему этому так. Предварительно, наверное, сделаем Ctrl-Z. Посмотрим, что да как тут. И попробуем сделать деформацию, сделать полиш. Вот так вот. Ну, в принципе, нормальный получается цилиндр. Потому что модель у нас тоже специфическая. Ну, можно, конечно, это все дело сделать лучше с цилиндра. Заходим в саптулы, жмем append и жмем опять же цилиндр. Вот так. Переключаемся на него. Жмем Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. И опять же заходим в геометрии. Delower. Dynamesh. И опять же в сайзе можно все это дело уменьшить. Вот так. И немножко вот так вот прибавить. Следом все это дело можно сплюснуть вот так. Вот таким вот образом. Приподнять. Немножко еще, наверное, больше его сделать. Вот таким вот образом. Вот так. И теперь Ctrl и потихоньку вот так вот опускаем.
моделируем. Чтобы было все прикольно. Все, снимаем маску. Вот такой цилиндр уже получше будет. Так, теперь все это дело можно, наверное, немножко все-таки уменьшить. Вот где-то вот так вот. Ну и немножко можно, так, пардоньте, Ctrl-Z. И немножко можно растянуть вот до такого уровня. Вот теперь вроде нормальный цилиндр. В принципе, можно сделать его вот так вот поменьше. Опустить вот так вот вниз. И Ctrl еще раз приподнять. Ну вот так еще прикольнее. Уже прям четко. Ух. Так, все, этот цилиндр есть, надо его теперь объединить. Зараз еще давайте сделаем всему вот этому Dynamesh. Так, Ctrl-Z. Объединяется, значит, нельзя так делать. Надо было назначать разные полигруппы, ну ладно, пойдет. Теперь включаем, делаем всему этому объединение. Так, merge down, окей. Включаем теперь колеса, включаем всю вот эту штукенцию. И вот что делаем? Теперь делаем move. Все делает вот так вот, поворачиваем. И вот так вот сюда вот, вот где-то вот так устанавливаем. Смотрим теперь. Уводим в бок. Так, что у нас тут с размером? В принципе, пойдет. Даже большеватый, наверное. Можно все это дело в Geometry Size и немножко опять же уменьшить. Вот до таких размеров. Теперь все это Ctrl отводим вот сюда. Можно, кстати, дублировать. Это уже как вам будет интересно. И теперь берем Ctrl, уводим вот сюда. И вот так это все дело. Даже Ctrl-Z, Ctrl-Z. Снимаем маску. Теперь Ctrl, левая кнопка мыши. Дублируем сразу два. И вот так все это дело переворачиваем. Вот так в эту сторону. Вот. Таким вот образом. Вот так вот. Вот уже прикольно, уже получились цилиндры. Снимаем маску, пусть они тут будут. Так, отключить на Dynamesh. Ну и теперь нужен нам баг. И остальные детали. Бак возьмем, наверное, саптулы, жмем append, жмем сферу, переключаемся на нее, делаем ей сразу же опять же Dynamesh, чтобы она потом не парила мозги. Теперь size, вот так все это дело уменьшаем, с помощью move вот сюда его подставляем, так немножко вытягиваем. Немножко даже можно сплюснуть. Ну и немножко вот так вот подвести. Где-то вот в таком духе. Так, немножко еще, наверное, поменьше. Ну и где-то вот тут вот будет баг. Следом что делаем? Включаем кисть Move Topology. Вот таким вот образом. И немножко ее так побольше делаем. И немножко вот так все это дело подминаем. И немножко вот так вот вытягиваем. Вот такая штукенция получается. Вот такой прикольный баг.
Потом мы его по симметрии можем выровнять. Это не проблема. Вот такая штука. Так, все, бак есть. Нам теперь нужна вот эта нижняя часть. Опять же, здесь будет цилиндр. Вот здесь вот. И, наверное, сейчас посмотрим. Так, уменьшаем Draft Size. Теперь заходим в Subtools. И теперь добавляем опять же Append, опять же цилиндр. Переключаемся на него. Опять же Ctrl-D, Ctrl-D. Так, теперь Geometry. D-Lower и Dynamics. Следом Size и опять же уменьшаем. Чуть-чуть делаем поменьше и немножко его вытягиваем. Вот так вот. Следом все это дело Move и Gizmo перекручиваем. Вот так. И опускаем вот так вот вниз. Подравниваем именно вот под эту часть и вот сюда его вот так вот вставляем. Так, вроде нормально вставился, чтобы от трубы было место. Вот такая штука. Так, следом что еще можно сделать? Саптулы, вот эту штуку. Делаем Ctrl и делаем дубликат вот на эту сторону. Так, чуть-чуть можно еще побольше. Потом сделаем здесь крепеж, не беда. Снимаем маску. Ну и немножко, опять же, цилиндр. Здесь добавим тоже какую-нибудь штукенцию, чтобы заполнить вот эти части. Так, получается... Добавляем опять же, даже не будем добавлять, а просто вот так все это дело замаскируем одну штуку. Даже нет, сделаем дубликат, дубликат. И теперь дубликат вот этот. Зайдем в геометри, включим size и вот так вот уменьшим. Теперь с помощью Move и Gizmo перетянем вот так вот кверху. И немножко еще сделаем тоньше. Вот так вот. Одну часть давайте замаскируем, поправим одну в эту сторону. Теперь Ctrl-I и другую переведем вот сюда. Ну, в принципе, вот неплохая штука. Просто вот эти можно еще поменьше сделать. Ну, мне нравятся именно большие части. Теперь это дело можно вытянуть по размеру. Так, Ctrl-Z. Снимаем маску Ctrl-I. Ставим Move. И вот за зелененький квадратик вот так вытягиваем. Все, она увеличилась. Штукенция. Теперь делаем append, делаем, так, делаем цилиндр опять же. Переключаемся на него. Делаем повторно Ctrl-D, Ctrl-D. Следом теперь в геометрии делаем D-Lower, делаем Dynamesh. Так, и теперь size, все это дело уменьшаем. Где-то вот так вот. Так. Flur можно отключить. Shift. Так, жмем Shift. И вот на это отключаем все саптулы, кроме этого, вот этого данного. Так, теперь следом прибавляем.
Делаем Ctrl-D, Ctrl-D. Смотрим, что тут получилось. Что за ужас. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Ctrl-D, Ctrl-D. И попробуем Dynamesh опять же. Что-то он его коробит, ломает. Что тут с сеткой? Вроде все нормально. Ну, давайте попробуем вычитание. Делаем дубликат. Вот у нас теперь есть дубликат. И вот это дело поднимаем кверху. Теперь геометрии и немножко ее уменьшаем. Вот где-то так. Можно в Scale включить и Scale еще немножко сделать. О-о-о-о-о, стоп, спокойней. Вот так вот. Смотрим, сколько она погружена. Многовато. И вот включаем гизму и немножко можно вот так приподнять. Следом заходим в саптулы, ставим на вычитание, на верхний саптул переходим, жмем merge down, ok. И теперь что не так? Попробуем теперь все это дело удалить. Жмем геометрии, жмем Dynamesh. Что-то получается какая-то гадость. Удаляем delete. Окей. Теперь, наверное, сделаем дубликат вот этой вот части. Делаем дубликат. Смотрим фур, как установлен, в принципе, без разницы. Что тут у нас Dynamesh опять что-то капризничает. Сделаем вот такую штуку. И теперь можно еще сделать Ctrl-D. Немножко все это дело вот так вот можно обрезать. Геометрия lower. Вот так вот все это дело можно обрезать. Сделать опять же Ctrl-D. Ctrl-D, Ctrl-D. Ну еще Ctrl-D. Вот так вот. И теперь lower. Делаем вот так вот дубликат. И с помощью MOV все это дело вот так вот вытягиваем. И опять же с помощью Scale все это дело уменьшаем. Вот такая штука. Теперь делаем вычитание. Ставим на первый subtool. Теперь все это делаем merge down, ok. И все это дело удаляем. Что за хрень, почему все так ломает? Delete. Окей.
Так, вот такой мотоцикл начальной стадии. Аппен жмем, добавляем цилиндр. На него переключаемся, жмем Ctrl-D, Ctrl-D. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Делаем ему Dynamesh, D-Lower. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Делаем ему Dynamesh. Делаем Ctrl-D. Вот так вот. И D-Lower. Так, смотрим, что получилось. Теперь делаем Size. Все это дело уменьшаем. Заходим в Subtool Shift. Отключаем все ненужные Subtool. Делаем дубликат. Вот так вот. И поднимаем теперь с помощью Move и Gizmo все это кверху. Вот так. Так, вот это все тоже пусть будет. Ну и немножко геометрии, немножко сайзом уменьшаем. Приблизим Alt, левая кнопка мыши и на себя. Так, что получается? Вот такая штука пойдет. Смотрим, как она погружена слишком глубоко. Вот что-то вот так вот пойдет. И теперь делаем, заходим в саптулы. Ставим нижний на вычитание, переключаемся на верхний, merge down, окей. И теперь снимаем маску. Все, вычитание произошло. Жмем Ctrl-D, Ctrl-D. Что-то вот в таком духе. В принципе, можно было и маскированием, но ладно. Теперь Shift нажимаем, включаем все детали. Вот так все это дело переключаем на верхний план. Отключаем прозрачность. Что-то у меня сегодня комп подгоняет. Вот так это дело все поднимаем. Подводим вот сюда, все это дело перекручиваем. И теперь в геометрии можно сайзом немножко вот так вот уменьшить. Так. Вот такая штука. И получается, она должна стоять вот так вот. А вторая должна стоять вот тут вот так. Ctrl-Z. Слишком будет тогда маловато. Можно вот сюда вот так выше передвинуть. И вот так все это дело установить. Где-то вот таким вот образом. А эту вот сюда вот так. Снимаем и вот так где-то все это дело выравниваем вот здесь. Что-то вот так вот получается. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. И один, наверное, все-таки Ctrl вот так вот кверху поднимем. Вот сюда вот так вот. Тоже поставим вот так, ну его именно скайлом чуть-чуть уменьшим, так поменьше пусть будет. Вот такая штука как получается. Все прикольно, снимаем маску, тахометры готовы,
помощью морфгизма чуть-чуть вот так корректируем. Ну, что-то в таком духе. Так, теперь следом давайте фару сделаем. Делаем append, делаем сферу, на нее переключаемся. И теперь получается все это дело геометрии, DynaMesh. Вот так. И теперь size уменьшаем. Так, вот где-то вот так. Вот сюда вот так вот подгоняем. Перетягиваем. Смотрим, как она тут села. Главное, чтобы не была маленькая и большая. Вот так все это дело устанавливаем. Следом можно вот так все это дело обрезать. Делаем Ctrl-W, делаем DynaMesh, Ctrl-D. Теперь все это дело вот так маскируем. И, пожалуй, Ctrl-I. И вот так все это скайл делаем побольше. Ух ты, это сильно много. Делаем поменьше. И тут чуть-чуть поменьше. Вот что-то в таком духе. Теперь Ctrl-D. Ну и делаем теперь маску на середину вот сюда. Вот так вот. Делаем Ctrl-I. Заднюю часть тоже замаскируем и делаем Move и уводим ее вглубь. Так, следом можно сделать теперь деформация немножко полишь. Вот так. Вот фара уже готова. Так, в следующем ролике сделаем еще детали. Сиденье, заднее колесо, руль и так далее. Все, всем пока.